Всем привет! Вы на канале Простые рецепты. Сегодня мы будем готовить самую ленивую шарлотку. Рецепт очень простой. Сначала почистим и нарежем 0,5 кг яблок. Добавляем 4 яйца. Одну кружку муки. Четыре столовые ложки песка с горкой. Менее половины чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваем. На противень посыпаем немного манной крупы. Равномерно выложим тесто по поверхности. Выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Ленивая шарлотка готова. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, делитесь видео и ставьте лайк.